Уважаемые коллеги, государственные служащие, поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем Государственной службы ЛНР. Работа государственного служащего требует от человека широкого спектра знаний, большой ответственности и выдержки. От вашей деятельности и профессионализма, опыта, стремления и усердия зависит эффективное развитие нашего региона, социальные и экономические преобразования. Желаю вам успехов в благородном деле служения народу, добра и мира, мудрости и терпения. Пусть каждый день будет освящен радостью от осознания причастности к процессу развития государства и своей роли в обществе. Спасибо вам за работу и преданность Донбассу и государственной службе. От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира, согласия, семейного благополучия, успехов во всех начинаниях на благо нашей Родины, Луганской Народной Республики. Временно исполняющий обязанности главы администрации города Красный Луч Алла Васькевич.